Итак, за последние 40 минут мы пытаемся узнать, а верну ли я деньги? Будет ли это видео достойно жизни? Короче, смотри, видишь, тут, ой, значок, типа, ну, а, чё это, сохранение? Нет, нихуя это не сохранение, здесь сохранение это два кругляшка, и я тогда затупил. Я подумал, что это хуйня, это и сохранение. В общем, пришлось там от той вышки ехать снова, слушать их не этот... разговор непонятный, о чем вообще. Вот если я буду убегать от чудовищ, столько много процедур, а он их так как робот делает, это пиздец. Так. Нам указывается, что нам сюда. Вот точка сохранения. Два шара. Образных шара, шарообразных шара, которые у них ассимиляция, да, происходит. Так. Ничего не дай не просканировать. Все, блядь, закрыто. Суки, твари, мрази. Бляди. Че им тут надо? А там везде, да? Ах, вы суки. Начинается работа над нашим проектом по пластику ген... плазингу генов. Здесь и... Здесь на... Ты семье приходится заниматься многими вещами. В этой же ради буду отделяться и жить. Начальную работу. С растениями данные и заметки будут помещены в соответствии отчеты. Этот журнал предоставит мне редкую возможность высказать о наших сильных. Инна рекомендует мне иногда немного раскрепоститься, то есть поебаться с ним подряд. Я обязательно последую совету. Виды хуи-хуи там бы. Короче, хуйня неинтересная, образцы размножены и помещены в контейнеры. Я привел хаос. А, он хочет, чтобы он эту Ину выбил. Инна хочет, чтобы он ее выбил. В лаборатории и в соответствии с моими более строгими стандартами. Доктор Волкова не очень это одобряет, но я сам видел, как она что-то искала по всей лаборатории. В конце концов, она неохотно согласилась, что так будет лучше, пока семена... прорастают в марсианской почвенной смеси. У меня есть время, чтобы внести коррективы. Пообещал ей, что не буду завоевывать территорию эти близ. Понятно. Короче, какая-то хуйня левая, которая, ну, никак мне не нужна. О, блядь, читушки по читушке. А, блядь. Нахуй. Не хочу. Нет, на. Пизду. Если вы сюжет расскажете в... Если вы сюжет рассказываете в всяких текстовых этих, то идите вы нахуй, вы самые уебанские разработчики.
Ну окей, нам как сюда. Сканируем. Ничего нету. Мистер Очевидность. Вот, у них там тоже два этих шара, да, вместе? На руке. Это знак, он отмечен знаком. Знаком... шаров? Да хуя вот взял и все, и положи. Нет, блядь, еще надо нажать на то, чтобы он, блядь, инвентарь. Ну конечно же. А. Ну что, сейчас его на место надо положить? Да? Ну-ка, смотрим. Надо ли на... Ты быстрее не надо, нет. Игра не настолько хочет мне выбесить сразу. Так, главное следить за время, потому что если я проебу это время, то вернуть уже ее нельзя будет. Не более 2 часов. Это, в принципе, чтобы проверить ужастик. То есть в течение 2 часов он меня должен напугать. Если не напугает, идите вы нахуй, пожалуйста. Что за игра такая, которая не пугает в течение 2 часов? Пропуск 2. Здорово. Поднимай ты, блядь. Подняться. А я чё, блядь? Это вентиляция? Где-то сверху или для меня? Было ощущение, что сзади меня где-то. Что у меня же под затыл. По затылку звук побежал. Наворачиваться я особо-то не хотел. Ну-ка, будет скример. Что это? Ничего не там нету. Какашка какая-то. Да блять, контрол. 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 Да, я крути свою шарманку. Yeah.
порожняк пошел, да? Ина, блядь, с этими растениями все. Да Ина виновата, сука. Снова эти вот русские, да, или кто они там? По-любому. Так. Ладно, что там? Блять, я не вижу за свет. А ну-ка, точкарик. О, врач, Лукас Ван Бюрен. Хорошо. Обязательно, известный, окончательный. Окончательный. Смешно, да. Медицина, филология. Так, чё там? Короче, здесь тоже что-то Ина. У нее большая амбиция. Она, сука, тварь. Арбор Мор. Корнях. Понятно, Ина начала все это. Тварь. В ручном режиме. Окей. У меня... Блядь, эти модули сраные. Высру, блядь. Сука. Так, эта дверь закрыта, там только единственная дверь, блядь. Тварь. Давай же, открывай там. Ёбаный в рот. Охуеть, просто обосраться, мол, спасибо. Ладно, пойду сейчас за желтые. Так. Ага. Черные пятна, все это вот. Все. Ина, ты, блядь, попала нахуй. Ну. Ты ебанутый, а? Сука. Блять, овца, ты ебаная, ты меня бесишь нахуй, уже выбесила, хотя я даже еще не видел. Она, может, сама уже заражена, потому что... Здесь одни хуи сплошные растут, какие-то космические хуи, межгалактические хуи, щупальца. Хуи, щупальца? Пизда, класс.
Огромный пиздоглаз, я сказал. Фонарик не кончается. Ты бродил, 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 закисал. Слишком много брожения. Что-то я... О, если на входе нажимать вперед, он прям залетает туда. Так, у нас здесь был люк. Так. И... Странно. Такая рутина вообще. Да вылазь, вылазь. Не бойся. Так, значит мне на... Давай быстрее. Прям необычные, а какие-то мутировавшие. Ой, они там еще что-то растет. Надо с собой, да, просто собрать. Это же мы вперед сейчас раз и залетел. Вот зеленая. Нахуя мне-то следовать по трубам, если все, блядь, через одно, сука, здание делается. Вы дебилы, крюк. Топай в корзину его. Шамонер! Там болото стрит, черная жижа у тебя. Конечно, там... Сам ван нер нир. Да ты гонишься обратно вот это. А, блядь. Ты не мог по-бырому как-нибудь там это все сделать? Давай, быстрее, 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 быстрее.
Так. The environmental control console. Great. That's the last thing you need to clean up the greenhouse. But first, you need to restore the water reclaimer and shut off the sprinkler valves. А вот не красная, да, труба осталась, точняк. Как она лагает еще? Как-то очень странно. Понятно. Спасибо за поломанные двери. Так, ну я так понимаю, нам сюда вот. Чизис! Чипсис! Да все, открыл, открыл. О, так вот сядешь посрать нахуй. Как заползет, что у тебя в очко. И все. На этом все. Мистер? Чё мне тут за опыты, блядь? Так. Если я буду чисто идти по карте, на меня с кримом должно что-то вылезти. Я должен как следует просраться. Но этому не бывает. Так, красненько. А... Стой. Где здесь что не говорится, насколько я должен все это ставить? Так. Хорошо, не работает с 4.2. С 4.2. 11.11.8. Ладно, начнем с красненькой. А, сейчас узнаем. 120, 35, 70. Надеюсь, у нас чё?
Тень компоненты, ну, что за хуйня? Сука. Может, 25? А где эти ебаные растительные системы? Ёбаный вас в рот. Тут я сейчас реально занимаюсь всякой хуйтой. Я, блядь, не пугаюсь. Я не делаю нихуя подобного. Водоочиститель, вставить компонент. Где ваша система орошения, которую я должен типа отключить? Но там был еще путь вверх на самый. Вот она. Оросителей два. Но сейчас с другой стороны. Сука, твари и планы. Твари, суки, пидорасы, гнойные мрази. Почему на локаторе это не указывается? Почему я должен, блядь, бегать сам, изучать никчёмную эту хуйню. Да. Так как музыка игровая, вообще прям играет так громко, что я иногда чувака не слышу. Jesus! Что вы своим читером заебали нахуй? Сами жрите свой читер. Читер. Чизизы. Да мне вообще насрать, нахуй. Я повидал столько ужасов, что, блядь, это хуйня. Так. Тридцать семь, сорок семь, сорок семь. Что это значит? А теперь? Шестьдесят два. Интересно. А теперь, допустим. Чё за бред? Может, типа, с
средние цифры поставим. Здесь может 33. Здесь, ну... Да блядь, вытащи, сука! Блядь. 50. То есть, первое, правильно, да блять, сука, тупой, вот лучше бы они сделали на это, на обзора. Ура, все. Что ты так, блять, лагаешь-то, ёбаный ты в рот, охуеть-то. Я в сраку. Вообще оптимизации никакой, блядь. Деклан, тут щупальца. О! Тварь в тумане. Так, я должен бежать. Окей. О! И даже похуй, да? С включенным я светом, без включенного я света. Они слишком тупые. Так, ну что-то уже такое у меня сейчас было, когда вот она пошла на меня. А-а-а. Мазафака. Do not return to base.
О, бля... О! Так, ну окей. Немножко... Немножко что-то было такое. Куда мы едем? Так, ну все, давай, давай на этом. Счастливо тебе, давай.